Учителя, врачи, агрономы и спортсмены. На доске почета обычные фотографии тех, чьи заслуги в сфере культуры, искусства, образования двигают регион в развитии. В этом году тех, кем гордится Рязань, ровно 60. Рязанцы вносят значительный вклад в развитие государства, укрепление экономики, социальной сферы, продовольственной безопасности. На повышение обороноспособности страны работают предприятия оборонно-промышленного комплекса. В условиях новых угроз обеспечение безопасности Российской Федерации является одной из самых важных задач. Рязанская область славится своими талантливыми людьми, высокопрофессиональными специалистами, которые достойно выполняют задачи любого уровня сложности. Именно такие люди находятся сегодня в этом зале. На областную доску почета Роман Захаров попал впервые. Он руководитель организации «Добрые сердца», где родители детей с синдромом Дауна и аутизмом хотят изменить их жизнь к лучшему, чтобы ребята жили в современном мире полноценно. Спасибо, что активно участвуете. Какой замечательный результат, что у наших детей с сахарным диабетом первого типа появились системы непрерывного мониторинга. Уверен, что в будущем сможем сделать еще больше. Мы третий регион в Российской Федерации, который у себя принял протокол оглашения диагноза, когда в учреждениях родовспоможения появляются дети с нарушениями. Региональную доску почета на площади Победы обновляют ежегодно. Политиков, кстати, совсем немного. Люди рабочих специальностей для области сегодня важнее. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».